Всем привет, чуваки! Вы на канале Play Jackson. Самым ожидаемым футбольным событием 2018 года будет чемпионат мира. В связи с этим EA Sports выпускает 29 мая дополнение, которое напрямую связано с этим турниром. Но уже хочется окунуться в игру в чемпионат с головой. Что же, есть один вариантик. FIFA 2016, на нее вышел просто блестящий патч, в котором сделаны лица игроков, сделаны составы, рейтинги, сделаны стадионы. Ребятки, я уверен, вам этот патч очень зайдет. Давайте так, 250 лайков, и я выпускаю ролики каждый день, которые будут связаны с чемпионатом мира, с этим патчем. Будем играть, будем наслаждаться, будем ждать официального DLC от EA Sports. А начнем мы играть чемпионат мира за действующих чемпионов Европы, сборную Португалии. Там есть очень крутые исполнители, за которых играть будет просто огромнейшее удовольствие. В нашей группе такие команды, как Иран, Испания и Марокко. Как минимум со второго места мы должны выходить. Но я буду бороться за первое. То есть не выход с группы — это полный провал. Как вы, ребятки, видите, фоточки у всех игроков обновлены, обновлены рейтинги. Ну, я надеюсь, это будет просто супер. Вот такой вот состав я выставляю. Криштиану Роналду, Силва, на них огромные надежды я возлагаю на этот поединок. Играть буду 6 минут, мировой класс. Ну что, с Богом! Ну что, первый матч, начало. Как начнешь, так и поедешь. Мы не торопимся куда, ой, что за пас. Пасами в этой фифе огромнейшая беда. Силва, Силва принимает мяч. Прическа у него модная, самый модный футболист на этом поле, конечно же, после Криштиану Роналду. И вынос. Все, теперь мы должны начинать атаку. Чего? Чего? Ребята, так нельзя делать. Делуфеу. Подача! Вот вам и начало. 10-я минута матча. Испанцы выходят вперед. Да-да, ребятки, на чемпионат мира попал Давид Вилья. Почему бы и нет? Хороший пас. Не проходит, к сожалению, не проходит. Подача! И выйдите! Угловой. Тоже неплохо. Подача. Здесь! Еще один угловой. Вилья. Мяч в руки. Криштиану. Крутит. Бьет. Мимо. Отобрать мяч. Да судья, дай ты поиграть в нормальный футбол. Что не касание к сопернику, сразу же свисток. Просто обошел и уже нам везет. Подача. Можно. Штанга. Какой момент был только что у португальцев? Первый тайм, ребятки, заканчивается со счетом 1-0. К сожалению, не в нашу пользу. Но у нас еще есть 45 минут, чтобы все изменить. Второй тайм. Начинает испанцы. Педро. Отгрузить. Яго! О, ни хрена себе у него удар! Как же подловил! Фол! Ну чё ж ты здесь не свисти, судья? Абсолютно нелояльно он относится к нам. Сейчас мы... Ой, убрал! Повезло, что Патрисио вышел. Да толкнули же, да ну что ты будешь делать, судья? Такого несправедливого судейства я давно не видел. А нет, видел. Стоит вспомнить только Лигу Чемпионов. Такая вот пасхалочка, ребятки. Так вы здесь? Так, здесь закрыть. Ты что, ну? Такая игра мне абсолютно не нравится. Ты как корпус там проиграл? Ты как корпус там проиграл, братан? Так, дела.
идти не будут. Меня такое не устраивает. А здесь офсайд. Нет, 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 пожалуйста, спасибо, спасибо тебе, вратарь. Давай, чего? Наш мяч. Криштиану Роналду снимают мяч с ноги. Серхио Рамос, его одноклубник, знает, как играет Криш, поэтому очень и очень внимательно с ним себя ведет на поле. Ты чего? Что это за пасы, ребята? Ну, ребята! Вот так вот заканчивается первый поединок для сборной Португалии. Проигрываем мы испанцам со счетом 2-0 благодаря дублю главного пенсионера этого чемпионата мира Давида Вильи. Но не отчаиваемся, у нас еще есть два поединка, в которых нужно побеждать и нужно брать свои заветные 3 очка. Вы только посмотрите, 36 лет этому парню. И он отгружает нам дубль. Что я могу еще сказать? Первые матчи на чемпионате мира уже отыграны. Египет сыграл с Уругваем 1-1. Марокко обыграл Иран со счетом 1-0. Португалия проиграла Испании со счетом 0-2. Россия одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 2-1. Следующий поединок у нас, ребятки, против Марокко. Марокко у нас на второй позиции. Собственно, их нужно уже подвигать и занимать эту строчку самим. В общем, ребятки, надеюсь, мы договорились. 250 лайков и видосы выходят каждый день по чемпионату мира. Также, ребята, я не забываю играть карьеру за Лунина, Лигу чемпионов за Донецкий Шахтер, делать эксперименты, все это будет выходить. Вы понимаете, да? 2 видоса может выходить в день. Скорее всего, такое и будет. Так что, ребятки, слово за вами. А с вами был PlayJackson, до скорых встреч. Пока.